Я вас технологически приветствую, любители стартапов и технологий. Сегодня расскажем про новые таланты Илона Маска, крутые бизнес-подходы Giphy и Google, а также про гуся, который может мешать всем работать и рубиться в игры. Поехали! Не только машины и ракеты. Илон Маск в очередной раз занялся музыкой. Начинающий диджей и по совместительству глава Tesla записал электронный трек, в котором призывает не сомневаться в своей энергии. Теперь вам есть под что лететь на Марс на кибертраке. Давайте послушаем. Оказывается, это не первый трек предпринимателя. До этого он вообще записал рэп про гориллу Харамбе. Спасибо акционерам Теслы за это. Совсем скоро, 14 февраля, и нужно поздравлять свою вторую половинку с Днем Святого Валентина. Придумали уже подарок? Если нет, у меня есть для вас идея. Сервис для хранения гифок Giphy начинает продавать милые рамки с анимированными фотографиями. На сайте будет доступен набор из разных праздничных гифок, а также можно будет всегда сделать собственную. Стоит одна такая рамка $49. Похожую штуку в реальном мире сделал и сервис Google Photos. За $7.99 алгоритм будет отбирать из галереи лучшие фото и присылать вам напечатанные снимки каждый месяц. Кажется, тег-компании решили поностальгировать по бабушкиным фотоальбомам. К слову о Google. Компания впервые раскрыла выручку YouTube, и это немалые 15 миллиардов долларов в год. Если в сравнении, это в 5 раз меньше, чем у Facebook, но 6 раз больше, чем у Twitch. А подписку YouTube Premium оформили уже 20 миллионов человек. Если вы считаете, что вам мешает работать ваш коллега или кот, попробуйте установить этого мемного гуся на рабочий стол. Игру Untitled Goose Game разработал 18-летний парень Сэм Чит. Гусь будет тащить вам на рабочий стол мемы, гифки, будет писать всякие приколы в блокноте, таскать ваш указатель, мешать играть и работать. Непродуктивно, зато очень весело. В Snapchat появились интерактивные мультфильмы с лицами пользователей. Это такое телевидение для полных зумеров. Snapchat берет мультяшный образ вашего лица и интегрирует его в готовые сценарии. Даже не пытайтесь понять, зачем это все. Увидим и оценим докрученную версию в Инстаграме через пару лет. Это все новости недели. Ищите подарки для любимых, слушайте треки Илона Маска и не забывайте подписываться на наш канал.